больше секретен. Ну, что ты можешь сказать об этом игроке на просмотре? Сыграет сегодня? Сыграет. Поможет чуть-чуть. Спартак Костому. Да ладно, два раза уже наказывают, третий наказывают. Исключите простые потери. Каждое действие, кроме мяча, вы комментируете, что нам говорят с мячом, что у вас нет ориентира. Один, Сама, совсем сдвиг, сам иди, справа больше. Давай, ничего, перестроение. Роль. Два закончится голом. Обыгрывай сам. Хорош. Заново. Давай. Вместо тебя вышел Шамиль Исаев. Да, вместо Алихана Шалаева на поле вступил ИПН. Вместо Романа Пасевича вступил на поле Артем Гуренко. Вместо Александра Теняева вступил Вадим Карпов. И вместо ИПН вышел Ким Никита. Да. Перегрелся. Ну ничего страшного. Да, через 10 минут я выхожу, кстати. Через 7 минут я выхожу на поле снова. Уже 7 осталось.
одевается. Еще раз забить, да? Ну расскажи про гол. С чьей передачи? С передачи игрока на просмотре, да, по-моему? Да. Угу. Игрок на просмотре дал мне пас. Кстати говоря, я сейчас с него выйду. Сколько лет твоим детям? 2,5 месяца. Я их в апреле купил где-то в конце. Ну, вчера у Кути была бирка в воскресенье у тебя. Они фартовые. Андрюха, далее, между ними воротами. Кому забивал? Липецку 2. Круто. Сегодня 1. Угу. И на тренировках очень много. Теперь еще в первой лиге будешь забивать. А где живешь? В этом гараже, что ли? Надо, да, сайт? Там, типа, домик данный предусмотрен для проживания семьи. Одна комната используется как детская, если есть ребеночек. В каждой комнате предусмотрен санузел, большая кухонно-гостиная зона. У ребят есть все условия по проживанию, включая развлечения в виде пятой Sony PlayStation, Алисы. Круто. Шавинья. Жарко, тяжело. У них состав полностью обновился, второй тайм они очень полезны. Они играют полный матч, поэтому хорошо смотримся на этом фоне. Андрюк, делай шаги, газ, Андрюк, поставь внутрь шаги, внутрь шаги делай, Шава, делай ты шаги. Юрий, чуть-чуть по игре. Да, да. По игре ребята идеально выполняют установку. Только благодаря их технической оснащенности, тактическому пониманию, менталитету наша команда показывает блестящий искрометный футбол. Ну, фартовые бутсы. Правый забил сейчас. Видимо, левый все-таки чаще забиваешь. Да. Жарко, да. Ноги горят. У тебя голевая? Да. Еще и капитан. Спасевич, я даже не знаю, что как-то... Ну вот парировать. Говорят, Пасевич, пример берут. Вот сюда встал. Вот игрок. Вы обыграли его? Вставай, как видит, 2 забил. Если бы он в чемпионате 3 забил. Хотел сказать 2 забил, но вспомнил то, что забивал, да, в чемпионате? Нет, я 3 забил. Ты через чьи пасы забил? Так говоришь, будто он 1-1 от стерых обыграл. 3 забил он Краснодару. А ты сейчас чьи забил? Чьи пасы? Его какой мне дал хороший. Игрок на просмотре. Провели очередной контрольный матч. Команда «Спартак» Кострома. Сказал бы так, наверное, что несмотря на крупный счет, эта игра все-таки оставила для нас очень много, для нас, для тренера, очень много вопросов. В плане того, что все-таки это уже другая лига, я имею в виду, мы имеется в виду лигу ФНЛ, да, и очень много мастеровитых футболистов, ну и, естественно, команд более высокого уровня, нежели второй лиги. Мы, наверное, должны уже думать о том, что простые потери, невынужденные потери мяча, которых было очень много в этой игре, да, нам могут дорого обойтись. Поэтому и сейчас в тренировочной работе и далее будем делать акцент на то, что наши футболисты не должны в простых ситуациях допускать такие ляпы, простые потери мяча. Порадовало то, что да, забили 4, могли еще столько же забить, были явные. Опять же, вот, реализация момента, что мы должны дорожить каждым эпизодом, да, который мало-мальски мог бы привести к забитию мячу. Тоже будем акцентировать свою тренировочную работу на эти моменты. Порадовало то, что еще, несмотря на тяжелые погодные условия, была жара за 30, все-таки футболисты показали свою на данный момент хорошую готовность в физическом плане. Неплохое было содержание, что были хорошие розыгрыши мяча. Мы готовили атаку, что и требовали от футболистов, постоянно требуем. Готовим атаку на своей половине поля и на чужой половине поля. В высоких зонах проводить быстрые атаки. Ждем, кто у нас будет соперник. Есть некоторые договоренности, опять же, с некоторыми командами на 7 число. Принято решение отдать его в аренду для получения игровой практики, потому что очень способный парень, очень способный, но эти способности нивелируются, когда нет нужной игровой практики. Поэтому и с футболистом разговаривали, и он сам изъявил желание пойти в аренду, чтобы получать игровую практику и совершенствовать свое мастерство. Он нам нужен, естественно,
так же, как и Ахатов, который проводит тоже сезон в аренде. Вы издеваетесь над тренером постоянно? Ни в коем случае. Вчера издевались, здесь 30 начали издеваться надо мной. Завтрак в 6. А у вас сколько, Саша? Завтрак в 6 утра. Иду на завтрак, там рыбак выходит из гостиницы. Поехал на рыбалку.